Всем привет, с вами Амри, и мы продолжаем прохождение игры Surviving the Aftermath. В прошлый раз мы столкнулись с многими трудностями, у нас началась снежная буря, была куча инфицированных колонистов, но потихоньку мы с этим справились, инфицированных осталось меньше, еды у нас полно, запасов воды тоже хватает, и сейчас наша основная задача — это пройти по основному сюжетному квесту. Для этого нужно будет вылечить наших рабочих, специалистов, собирать настоящих бойцов, наемников и начинать уже плотную заниматься сюжеткой. А то мы как-то расслабились, специалистами туда-сюда разбрасываемся, развиваем свой городок, но нужно сосредоточиться на сюжетном квесте. Сейчас мы вплотную занимаемся электричеством, но не хватает комплектующих, поэтому покупаем все время, когда там придет новый караванчик. Через два дня новый караван придет с комплектующими. Что ж, продолжаем. Сейчас у нас небольшие проблемы с электричеством. И все из-за того, что не хватает комплектующих. Строим еще гаражик. Всякую убираем, всячину. Загрязнения эти дурацкие, это всюду. Делов у нас просто завались. Но мы совсем быстренько справимся. Не совсем быстренько, но справимся. Так, колонисты вылечились. Отправляйтесь на карту мира и будем заканчивать сюжетный квест. Горький-горький, отправляйтесь сюда. Нам уже пора заканчивать всю эту свистопляску. Исследовали энергоснабжение. И теперь глубокое бурение скважины потребляет на 50% меньше электричества. С водой, кстати, у нас все в порядке. Не хватает только электричества. Массив аккумулятора, увеличить батареи, либо большие солнечные панели. Вот, точно сюда нужно идти. Усиление. Большой трансформатор. А что я раньше-то этим не занимался, чтобы увеличить дальность распространения на наших электрических сетей? Как-то проглядел. Ничего-ничего, главное комплектующих накопить, и мы совсем справимся. Строим еще один центр торговли тогда. Увеличим наши караванчики. Они как-то редко приходят. Нужно их побольше понастроить. Вот сюда впихнем. Пусть ребята построят в приоритете. Так, приоритет, конечно, меняем. Гараж-то у нас недостроенный из-за нехватки комплектующих. А проблемы с электричеством нужно решать. Достроили центр торговли. Зашибись. Можно еще один караванчик пускать. Вот с вами будем торговать. А давай все комплектующие. А мы можем тебе рыбку принести и получать загрязнение. Торговля. 83 монетки всего лишь отправим. 3 дня они будут идти. Офигеть. Долго-долго, ребята. Ну, куда деваться? Деваться некуда. Горький дошел. А Донат... А, Донат, она воевала до этого. Вот что она такая побитая. Блин, она сможет-то выжить? Ладно, на один раунд ее оставляем, потом будет отступать. Продолжаем улучшение наших лачужек. Чем больше жителей, тем лучше. Сейчас опять меньше 100. Наконец закончилась зима. Врачи, вы свободны. У нас госпиталь отлично справляется. И построим еще памятников. Жители как-то в печальке находятся. Грустняшки. Куда бы вставить этот памятник? Вот сюда место есть, почему не впихнуть, если впихивается специалист в опасности. Дона, Дона, Доночка, ну-ка все, вали. Отступай, Дона, пора домой. Горький сам справится. Еще один памятник воткнули. Ну-ка, счастье, счастье, до сих пор. Слишком высокая потребность. Да блин, все строить надо, все улучшать. Так, колодцы... Нет, колодцы мы не можем улучшать, чтобы построить бур. Вот, скважина. Но снова требуется комплектующие. А мы себе пока позволить такое счастье не можем. Изучили усиление. Теперь можем наши трансформаторы улучшать. Да и на это нужны комплектующие. Да, вот тут основная загвоздка в комплектующих. Так бы мы быстрее развились. Но этого сильно не хватает. Ну-ка, как там наша ранчо поживает? Оньк, 3 овечки уже, отлично.
И думаю увеличивать количество полей. Мы, конечно, и так справляемся с такими полями. Но количество полей я увеличу для того, чтобы у нас был постоянный приток дополнительных ресурсов. В смысле, там, пищи на продажу. И это будет классно. Понь-чпоньк. Все равно у нас куча свободных жителей. Девать их некуда. Пусть идут, работают на полях. Ой-ой-ой, тут опять все загрязнилось. Обеззаражить, обеззаразить. Лом весь собрали. Ну, что с вами поделать? Металла, в принципе, нам хватает и так. Так что, ребята, можете сюда топать. Далековато вам. Это туда топать. Ну, в принципе, ладно. Там народу дофигища. Дорожку доведем. И будет все у вас чики-пуки. Давайте здесь двойную дорогу впендюрим. Нет, лучше вот с этой стороны, да. Поньк. И здесь не получается. Да что ж ты такое делать-то будешь? Ладно. Зверь у ворот. Где зверь? А, вот зверь. Стоп, стоп, стоп. Кстати, что у нас на карте мира? Yes. Эрика, ученый. Ты вообще что тут делаешь? Иди домой. Ты тут почти больная. Yes. Горький до сих пор сражается. Ну, чуть-чуть осталось ему до победы. Зверь внутри. Ворот колонии заметили огромного рогатого зверя. Он, очевидно, голоден и ищет беспечную жертву. Проще всего, конечно, было бы устроить охоту, но можно попробовать заманить зверя в ловушку. Конечно, ловушку делаем. Получили 28 мяса. Мисконь лишним никогда не будет. О, кстати, караван пришел. Комплектующие появились. Тогда можно новую сделку заключить. Ну что, серьезно, ни у кого больше нет комплектующих? Да как так, ребята? Тогда можно купить коровок. Сколько они там стоят? 500 монет каждая. Ой-ой-ой, дороговато будет. Надо чем-то пожертвовать. Капчика у нас дофигища, в принципе. Может, еще одну кухню влепить и готовую пищу продавать. Это идея. Но не хватает электроэнергии для этого. Что ж ты будешь делать? Ладно, пока без коровок тогда обойдемся. Пока не сможем восстановить прирост комплектующих. Кстати. Где там производственное здание по комплектующим? Вот фабрика электроники. Уже ее раньше-то не построил, все время забывал. Надо было в первую очередь ее фигарить. И давайте ее сюда, она не дотянется, да? Ну да, не дотянется. Придется трансформатор улучшать. В принципе, можно так сделать, почему бы нет? Или вот сюда впендюрить. Нет, там пойдет у нас другое. Вот сюда тогда ставим. Потом трансформатор улучшим. Надеюсь, он дотянется. Но там 20 комплектующих потребуется. Дорогое удовольствие. Поля все доделали. И их ставим назначение. Картошку. Тут еще можно. Кукурузу. А это больше льна. Сколько там льна у нас? А, волокна не хватает. Вот как раз ставим сюда всех рабочих. Все, теперь все заняты. Скорее вы большие панели изучились и смогли бы увеличить добычу электроэнергии. Большие солнечные панели бы ставили. Достроили гаражик. Нету транспорта. А, вот есть. Ну-ка, транспорт. Ух ты, сюда специалистов можно посадить. Ну, прикольно, будет попробовать. Расходы топлива, но топлива у нас дофигища. Наши специалисты тут сидят, сейчас подлечатся и пойдут на машинке гонять во внешний мир. Горький разобрался с бандюганами. Победа! Проект завтра. Последний бандитский аванпост пал. Жители общины, не ожидавшие, что кто-то придет к ним на помощь, встречают вас с распростертыми объятиями. В этом же поселении вы находите и своих гонцов, целых и невредимых.
Им не удалось найти никого, кто располагал бы знаниями, нужными для постройки бункера. Зато они выяснили, что необходимую информацию можно найти в пустошах. Главное знать, где искать. Они нарисовали от руки простенькую карту, обозначив на ней места, куда стоит заглянуть. Жители общины, понимая, что они у вас в долгу, радостно рассказали вам все, что знали. Вы осознаете, что информация, которую они поделились, просто бесценна. Да, впереди много работы, но теперь вы точно знаете, что нужно делать. Начнем собирать знания. Теперь, когда вы знаете, что нужно делать для постройки бункера, люди, кажется, вновь загорелись проектом и готовы выкладываться на полную. Вам нужно разобраться с четырьмя основными проблемами. Изучив разоренные бункеры, вы пришли к выводу, что каждый из них был в какой-то степени несовершенным. Ваш бункер должен быть лучше. Система жизнеобеспечения гарантирует бесперебойную подачу электричества, воды и кислорода. Без нее жить в бункере просто невозможно. Система здравоохранения включает в себя все, что нужно для лечения колонистов и профилактики самых различных болезней. Система обороны нужна для защиты бункера от любых угроз, как внутренних, так и внешних. И, наконец, экосистема позволяет добиться максимальной автономности, производя пищу внутри бункера. Вы не будете зависеть от внешнего мира. Используйте новую информацию, чтобы находить на карте мира интересные места и строить там инженерные посты для сбора ресурсов, скорее всего. Ну-ка, что нам теперь нужно делать? Какая у нас задача? Строить инженерные аванпосты, чтобы собирать знания. У нас, в принципе, инженерные исследовательские построены. А что такое инженерный? Нет, инженерных тут нету, кстати говоря. Но мы дошли поселенцам до необходимых нам материалов. Это одежда и редкие металлы. Строим аванпост собирателя. Поник-чпоник. Так, ну что же нам нужно находить на карте мира? Аванпосты какие-то строить. Ну-ка, давайте вернемся домой. А, горький. Кстати, возвращайся. Возвращайся поскорей. Эрика тоже. Все вернулись. Ну тут разведчик шастает, всякую фигню собирает. Тоже лишний не будет по возвращению. А, вот инженерный пункт. Перевалочный пункт для сбора ресурсов и подготовки инженеров и специалистов. Как только специалист становится инженером, этот перевалочный пункт завершает работу и закрывается. То есть мы можем сами создавать специалистов. А, нет. Инженеров из специалистов, понятно. Это не поселенцы, которых мы делаем, а инженеры будут. Хорошо. Дабы их запихнуть вот сюда. Место есть. Хотя мы электрическую станцию здесь хотели. Да и перенести ее можно так-то. Чтобы впендюрить-то. Вот здесь местечко где-нибудь. Вот. Надыбали. И мне кажется, надо еще одну кухню делать. Чтобы побольше еды создавали. Вот, кухонька. Чпоньк. Сюда. Дурацкие перебои с электричеством. Задолбали. Сейчас у нас тут поля, они же загрязнения будут постоянно. Что-то зря сюда воткнул ее. Это полечко. Ну да ладно. Так, это что, оборона? Медицина? А, то есть строить аванпосты? Ух ты, прикольно. Инженерные сооружения. Посмотрим, глянем, что это вообще такое. Почти достроили фабрику электроники. Мы сможем производить собственные комплектующие. Давайте, приоритет, ребята. Трактор бетона полностью заразился. Ну-ка, сейчас почистят. Сколько там запасов-то? Да зафигища запасов. Можно вообще не париться. Вот, достроили инженерный пункт. И можем готовить инженера. Так. Ну давайте попробуем. Поник. Инженер. Ты прямо на машине даже. Круто. Ну-ка. Так, это экосистема вот здесь. Здесь медицина. Экосистема обороны. А, нет, это жизнеобеспечение, оборона. Прикольно. Ну что ж, попробуем сюда тебя отправить. Вот, точнее, сюда, да. На Коломажке.
Интересненько. Рад, что в принципе всех отправляем. Лес, что собиратели пригодятся? Да, в принципе, остатки собирать на карте мира. Ну, в принципе, да. Ладно, поставим. Временно. Фабрику электроники построили, но нужно электричество. Пожертвуем чуть-чуть для проведения трансформаторной будки. Давайте, ребят, по-быстренькому строите. Приоритет. А у нас все равно электроэнергии не хватит. Точно надо было на большие батареи ставить. Когда там придет караванчик. Через 3 часа. Ура! Давайте новые закажем. Комплектующие, больше комплектующих. Подтверждаем. Главное потихоньку из кризиса выйти, и все будет зашибись. Надя готова. Радж готов собирать. Ну-ка, давайте попробуем машинку. Поньк. Поньк. Ага. Все, назначили их. Отправиться на карту мира. Нет. Стоп, стоп, так не получилось. А как мне машинку отправить? Подожди, Радж, ну-ка вернись. Вернись или вернись. Так, назначили создать команду или что? Может, они должны дойти до туда или как? Нет? Да вроде нет. А как машинку отправить? Производство, ремонт. Машину, может, делают? А, вполне возможно. Чинят машинку, точно. А, прикольно. Из-за постоянных перебоев с электричеством у них не получается быстро это сделать. Кстати, мы изучили большие панели. Отлично, можно делать большие солнечные панели. Продвинутые обогреватели. Нет, это не нужно. Ротные роторы, большой ветряк. Вот это, в принципе, я бы изучил. Либо массив аккумуляторов. Большая аккумуляторная батарея. Ну, это нам тоже пока не интересно. Не то, что не интересно. У нас не хватает комплектующих. Сейчас это главная проблема. Едой проблем никаких нету. Об этом забываем. Счастье бы увеличить. В принципе, и почему бы нет. Либо оборону. Оборона, оборона, оборона. Арсенал мы тоже не изучили. Вся проблема сейчас у нас нехватка комплектующих. Ну-ка, баня. Вау. Электростатические разрядники, молниеотводы. Баня, чистота. В принципе, можно бы и баню построить. Но для начала давайте счастье как-нибудь увеличим. Часовню. Да, откроем часовню. Достойные похороны. Надо увеличить счастье наших граждан. Торговый караван прибыл, и у нас 60 комплектующих. Это очень хорошо. Солнечные панели, вы мне очень нужны. Да, как-нибудь их так запендюрить надо. Поньк. Раз, два, три. 4. Ух, на 4 нам должно хватить. Стоп, а куда они уже дели все комплектующие? А, они пошли относить, наверное. То есть испугался. Как там с машиной дела? Во, создаем команду. Прикольно. На машинке гонять. Ха-ха, сейчас быстренько все будут собирать. Ну-ка, что тут осталось-то собрать-то? Мы полкарты уже обшарили. Ну, не то, что полкарты, почти всю, я бы сказал. Вот здесь остались ресурсы, давайте сюда. Брррн, во! В разы мы увеличим скорость перемещения. Инженер, приезжай. И строй аванпост. А, нужно на выбор. Два сразу не получится создать. Производство 0,69 каждые 2 часа. Вау, так мало. Ну что ж, давайте начнем с чего? Жизнеобеспечение. А пусть строят. Ну-ка, ну-ка. Вот такая фиговина. Да уж, понадобится для фигища просто. Специалистов, поэтому необходимы денежки. Еды у нас будет полно после урожая. На кухне все приготовят, и мы начнем продавать. Это главное с электричеством разобраться, и все будет стабильно. Не хватает чуть-чуть комплектующих.
Ну давайте, вы тут здесь производите же 6 комплектующих. Пластик, в принципе, носите сюда пластик. Воротам приехала группа выживших. Ну, ребята, давайте поздороваемся. Надеюсь, вы на меня не нападете. Не напали. Молодцы. Давайте, достраивайте солнечные панели, пожалуйста. Давай, давай. Ура, все. Электроэнергия теперь стабильная. Ух. Ох, сейчас и начнут комплектующие производить, и все у нас наладится. Торговец снова прискакал. За 4 комплектующих за 50 еды. Да с радостью. Вот так-то. Радиационное заражение. Это, скорее всего, либо здесь. Да. Либо вот здесь, из-за могильника. Тоже нанимаем нового специалиста. Это собиратель. Собиратель. К сожалению, ты у нас пойдешь... Где мы там построили? Я уже забыл, где хижина инженера. Это поселенец. А нам нужен инженер. А куда я построил? Не воткнул. Я забыл. Серьезно, я забыл, куда воткнул хижину инженера. Да ладно. Серьезно? Как так? Я потерял ее. Топ, или она на один раз только? Что за бред? Что за фигня? Я реально ее потерял. А куда она исчезла? Не-не-не, невозможно. Неужели она была реально одноразовой? Офигеть, серьезно? Инженерный пункт. Ну-ка попробуем еще один тогда воткнуть. Возможно и правда на один раз. И каждый раз менять. Ха, забавно будет. Ну-ка, что там? Часовню можем построить. Увеличить счастье наших граждан. Ого, как раз сюда поместится. На месте палаточек. О, солнечная плантация у нас тут будет. И маленькие сносить. В принципе, можно, да. Маленький вырабатывает 8, большой вырабатывает 16. О, часовня достроена. Счастье повысилось. Тран-тран-тран. Сколько там? 50, но минус 100. Баланс минус 43. Сейчас все исправим. Так, новый инженер, отправляйся. Да, она исчезает. Вот оно что, понятненько. Так, ну конечно едем сюда. Сразу строим медицинский аванпост. Горький выжил. Отправляйся во внешний мир. А, кстати, я про этих забыл-то. На машинке, которые гоняют. Тран-тран-тран, где они там? Едьте сюда. Ну-ка, если один из них выйдет. О, сразу может дойти. Или нет, не сможет. А как выйти? А, вот выйти из транспорта. Стоп. Выйти из транспорта. Может, потому что они ход истратили, не могут. Ладно, посмотрим тогда в следующий раз. Горький, иди сюда, на выжженную землю. Вашему специалисту удалось выяснить источник дыма. Неподалеку от вас сгорел городок, и пусть пламя уже погасло, развалины все еще дымились. Жители ушли из городка, а те, кто устроил пожар, оставили следы, отпечаток ног и автомобильных шин. Пойдем по следу. Ну, близко. Но придется ждать следующий ход. Изучили достойные похороны. Нормальное кладбище хоть будет. Во! Эту фигню бы снести. Кладбище чуть подальше перенести. Да, сносим. Кладбище, кладбище. Понька. Вот выжженная земля. Давайте лучше сюда идите. Туда кладбище прокидываем. И здесь дорожку соединяем. Чтобы обход хоть какой-то был. А, здесь еще есть. Почему бы и нет? Колонисты уничтожают нашу пищу. Ой, колонист. Крысы, крысы, крысы. Ладно, урожай собирайте. Все, что сможете. Горький. Ну-ка, развлекайся. Не успев дойти до бандитского лагеря, ваш специалист уже слышит далекие звуки сражения.
Судя по всему, горожане, лишившиеся своих домов, решили отомстить и напали на грабителей. Было боя, и бандиты, взявшиеся за оружие мстители, оставили целую кучу награбленного без внимания. Напасть на бандитов. Ну, раз боец, почему бы нет? Специалист присоединяется к бою, неожиданно нападает на двух бандитов и моментально нейтрализует их. Воспользовавшись замешательством, горожане с боевым кличем бросаются в атаку, а бандиты пускаются на утек. Лидер горожан подходит к вашему специалисту и с благодарной улыбкой произносит: «Мы не знаем тебя, но мы тебе благодарны. Мы сможем вернуться в наш городок и отстроить его. Знаю, это немного, но вот, возьми знак нашей благодарности». Кто мне дал 50 мяса и 50 чего-то там? Непонятно чего. Что это такое? Ну, что-то полезное явно. Так, ребята, выйти из транспорта. Как выйти из транспорта? Вот так сможешь? А, все, вышел, молодец. Одежду добывай. Ну, давай. А ты не сможешь выйти, да? А, нет, сможет. Но машина пропадет. Тогда ладно, поближе подъезжай. Грын-грын-грын на своем грандулетике. А, машина даже не исчезнет. Классно. Вау. Прикольно. Не знал такое. Сейчас наша эффективность сразу увеличится. Проблемы с водой? Ну, не такие уж большие. Так, может построить еще одну фабрику электроники? Ну, это после того, как нам придет караван. Кстати, технологии. Мы забыли снова их изучать. Сохранение знаний, библиотеку, вместительные дома. О, двухэтажные дома. Либо комфортное жилье. Либо полностью улучшить все наше настроение. Давайте по настроению пойдем. Ботанический сад сделаем. А потом и пап. И еще одну кухоньку, в принципе, можно влепить. Почему бы и нет. Сейчас у нас прибыль хорошая всего. Дофигища. Понь-чпоньк. Кухни много не бывает. Овечек развелось. Ага, максимум 6 или сколько? Мясник, это типа всех перебьет. Но пока таким заниматься лучше не стоит. Запасов электричества хватает. Все, хоть немножко стабилизировать ситуация. Блин, дурацкий метеор. Ни хрена не жахнули как. Ремонтируйте, парни. На все ремонт. 74 электроэнергии заход добываем. Зашибись. Горький. Ну что, делись бандитами тогда. Потихоньку, помаленьку будем очищать территории. Донна. Давайте, в принципе, тоже в инженера отправим. Вот ты тут сидишь на попке ровно. Достроили кладбище. Ну, хоть, наконец, нормально хранить будут людей. Потихоньку у нас все налаживается. Уже 108 жителей. Город разрастается. Скоро у вас, ребята, вообще нормальные дома даже появятся. Не то, что эти хибары. Изучили управление гневом. Яма для боев. Ну, вот сюда будем вас пиндюривать. Развлечения. Квартал развлечений. Красных фонарей. Торговый караван прибыл. И сразу куча комплектующих. На что мы их тратим? Конечно же, на постройку еще одного заводика. Фабрика электроники. Поник. Чем больше комплектующих, тем больше электроэнергии. Чем больше электроэнергии, тем наш город более развитый. Много счастья. 80. Баланс минус 31. Ну, все еще недостаточно. Сейчас еще ботанический садик построим. И будет счастье нашим гражданам. Вообще бы и город потихоньку перестраивал, а то как-то все застроено непропорционально. Мне это немножко не нравится. Надо переделывать райончики. Вот здесь у нас будет производственный такой цех. Батареи тоже переставим. Эти уберем. Потом прокачанные будем везде втыкать. Горький, вперед. Что тут вообще? Бандиты мощные. Гаси их. Ого, ботанический садик. Тоже сюда у нас пойдет.
Цивилизация вот здесь у нас находится. Развлечение. Дальше что? Пабик? Пабик, либо сохранение знаний, библиотека. Да, в принципе, можно и пабик, либо в безопасность пойти. Либо уже инфраструктуру до конца улучшать. Электрообогреватели, точно, точно. Сейчас электричество будет дофига. И хватит использовать деревяшки на обогрев. Цивилизация все-таки как-никак. Лидер, лидер. Иди в инженеры. Мы ж про тебя не забыли. Так, так, так. Нам нужна безопасность. Безопасность. Где бы тебя найти? Во, вот сюда. Езжай. Ради безопасности. А, у нас закончились наборы для засука. Вот это да. Удивительно. Теперь придется их закупать. Серьезно? Забавно. Еще металл кончился. Офигеть. Бетон уже в открытых местах не собирают. Да, надо строить побольше экстракторов. Ну тогда собиратели бетона. Вас уничтожаем, вы больше незачем. Сейчас не хватает металла. Так, экстрактор металла, экстрактор бетона. Куда мы можем вас воткнуть? Вот сюда. Во, как раз все рядышком. Есть металла дофигища. Дорожку к вам. И трансформатор надо будет улучшить. 20 целых комплектующих для этого. Не-не-не. Дешевле обычный построить. Чтобы не париться. Экономичнее будет. И экстрактор бетона. Так, так, так. Где там ближайшая территория, куда его воткнуть? Ну, снова далековато сюда даже. Оттуда нам будет электричество проводить большим трансформатором, наверное. Так будет более продуктивно, да. 20 комплектующих, но ладно. Потом если что переделаем. Второй заводик построим, все. Теперь нам ничего не страшно. Ну, кроме нехватки электричества. Колонист ведет себя странно. Просто светится здоровьем. Одна из колонисток с трудом справляется даже с простейшей работой. Она заметно пошатывается при ходьбе, а это совсем дурной знак. Вы отводите ее в сторону и спрашиваете, не заболела ли она. Ну это было. Вроде да, было. Сразу отправляем к врачу. И у колониста лучевая болезнь оказалась. Надя тут таблеточки собирает. Иди за оружием. Радж, электроника. Думаю, пока на этом стоит остановиться. Мы успели наладить все свое электроснабжение. Построили кучу больших панелей солнечных. Электричество теперь завались. Кучу полей также понапихали. Еды у нас больше 1000. Вообще теперь шоколад у нас настал. Рай такой. И конечно же самое главное это фабрика электроники. На которых мы производим комплектующие. Мы решили главную проблему, это нехватка комплектующих. Но перед нами возникло новое, это пока недостаток металла и бетона. А это быстро решаемо, так что не паримся. Еще построили гаражик. Теперь наши ребята гоняют на машинках. Вот такой городок у нас получился. Скоро нормальные дома начнем строить нашим ребятам. Кухню тоже всю переделаем, перестроим потихоньку все райончики. Сделаем все это аккуратненько, компактненько. Чтобы было все чинно, благородно. Пока у нас такой цех шикарный. Чпонь, чпонь. Ну прикольно, прикольно. Мне нравятся такие заводики. Эх, ребята работают и работают. Молодцы. Что ж, на этом я пока заканчиваю данную серию прохождения игры Surviving the Aftermath. В следующий раз мы постараемся еще больше развиться, понастроить больше солнечных панелей, увеличить объем создания комплектующих, добывания электрической энергии и все переделать под новый уровень современных технологий. Что ж, а на этом я заканчиваю. Всем спасибо за просмотр. С вами был Амри. До скорых встреч!